o'zida boshlang va MustBet bilan chempion bo'ling. MustBet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizni muallifi bo'ling. Azi, Posiverozapoto, Liga Boyevого Самбо. Очень уважаемый человек, тренер и просто хороший человек. И вице-президент Эльтри Файтинг Чемпион. В первую очередь я сказал. Да, Нашмидин, тебе слово. Приветствую всех, ассаламу алейкум, Москва. У меня здесь очень много друзей, братьев. Если честно, сам на этот турнир я вчера прилетел из дома, там дома был. Что хочу сказать? Хочу сказать, молодцы, просто сделали такие, ну, в Москве, как Рустам обещал, он сделал. А дальше как пойдет, что будет, ну, уже это не важно, он это обещание свое сделал, в Москве провел турнир. Да. Это и правда сложно, ребята. И правда, респект. Очень сложно. Да, это очень сложно, да. И что хочу сказать, спорта нету, как это сказать? Нация, религия. Да, ничего нет, да, там, дружбы нету, религии, спорта нету, нации, там, это спорт в первую очередь. Уважайте друг друга, я думаю, здесь очень много перспективных бойцов, вот сейчас сижу, смотрю, и правда, там. Молодцы, ребята, и хотел сказать твоей команде, и правда, они все молодцы, я там видел, как они мучились, там, трудились. Также вот наш питерский москвич здесь, да. А так, спасибо всем, удачи. Спасибо большое. Рамадаке за то, что сыграл. Это был Хаджан Нашмидин. Давайте еще раз добавим аплодисментов. Ну что, Рустам. Следующий бой у нас весовой категории до 70 килограмм. И в красный угол октагона приглашается Раджабов Джасурбек, Узбекистан. Кызыл бурчакта Раджабов Джасурбек на ойда 24 жаш 70 килограмм күтүп калабыз. Раджабов Джасурбек из Узбекистана, город Наваи, 24 года. Профессиональный дебют у Раджабова Джасурбека, 1.75 м он выходит в октагон после экшена, который происходил сейчас, абсолютно не запланировано, как я понимаю, в октагоне в крыльях советов. Ну, наверное, это дало дополнительное время Игорю настроиться на бой. Ну, ты знаешь, как, с одной стороны, да, было дополнительное время, а с другой стороны, ты знаешь, что тебе сейчас выходить, ты горишь. А тебе не дают. Тебе вот надо сейчас выйти, и тут начинается непонятно какая драка, которая сбивает твой настрой. Да, согласен. Ассаламу алейкум, меня зовут Джасур, я из Узбекистан, город Наваи. Предлагаю вам 26 июня будет большой турнир R3 Fighting Championship, Шерлар Джанге. Идет подготовка каждый день два раз. Иншаллах, я хочу дальше больше и забираю поезд. Я уверен и тоже уважаю соперник, кто он, я не знаю. И желаю его удачи. Желаю тебе удачи.
Это также профдебют Исмаилов Шарифжон. Ему 20 лет. Его рост 1 метр 80 сантиметров. Исмаилов Шарифжон, 2001-yil, 20 yoshdaman. O'zbekistonda Namangan viloyatida turnovka qilganman. Barba bilan turnovka qilganman. 2020-yilda Moskva shahriga keldim. Moskva shahrida ham ishlab, ham turnovka qildik. Hozir ham turnovka qilib kelmoqdamiz. Ikki mahal sherlar jangida doholisi yaxshi natijalarni olish uchun harakat qilyotimiz. Sapernigimga omad. Ustozlarim Ravshan Mo'minov, Mahmudjon Mo'minov, Ahmadjon Mo'minov. Hozirda ikki mahal turnovka qilyapman. Xohlasa yaxshi natija olishga harakat qilaman. Sapernigimga omad. И бойцы готовы начать этот бой. Бессменная Octagon Girl нашего турнира повестила всех в начале первого раунда, и мы начинаем. Лукик от Ржабова. У него черно-оранжевые шорты. Обрати внимание на стойку Шарифжона, как он челюсть закрывает плечом. То есть у него явно боксерская подготовка. Вот, несмотря на то, что вот сейчас он действует с опущенными руками, но вот двигался он в челноке. Ну и хороший проход показывает, несмотря на то, что мы его вроде как записали в боксеры. Да. Боец-универсал.
Джей не хватит времени, мы думаем, закончить эту мощную атаку. И вот есть плотный захват, и, к сожалению, в тот момент, когда начинает душить. Получаться, да, заканчивается время, уже не первый раз на этом турнире. Очень легкий на ногах Шариф Джон, хорошо двигается, подвижный. Да, без лишней суеты. Есть бросок. Сразу же заправляет ноги Шариф Джон. И обрушивает свой граундинг-паунд. Опять попытка удушения. Заправлена одна рука. И вот сейчас есть была возможность душить. Нет. Заканчивает. Так, почему у нас заканчивается раунд? Теперь же Сурбек сверху оказывается. Кстати, интересно, мне, если 30 секунд пошло с работы в партере, они вроде как же в моменте встали, но, видимо, 30 секунд продолжалось это, потому что Джасурбека сразу подняли, у него не было 30 секунд продолжить атаку. Вот это совсем понял. Прихватывал сетку Джасурбек сейчас, не дал ему Шариф Джону развить свою атаку. И раунд закончен, да. Я так понимаю, что бой остановил рефери перед сигналом об окончании раунда, потому что был захват за сетку. А. Напомнил Шариф Джон, что, точнее, Джасурбек напомнил Шариф Джону, что они сейчас будут драться. Но, как выяснил Шариф Джон, и не забывал об этом. Центр октагона Джасурбек. Потому что он быстро вытесняет его. Вот сейчас любопытный эпизод. Поднырнул под хай-кик. Шариф Джон. Успел зацепить даже ногу, да, схватить. Вновь же Джасурбек наносит лоу-кики, уже много их отгрузил он. И в первом раунде, и во втором раунде продолжает это делать. Хорошая комбинация. Левый был на скачке и мидл-кик. Правой ногой в живот. Просвистел перед лицом Шариф Джона. И попытка перевода в партер, да, успешная. Вот
Шулман, где находится в первом раунде. Шериф Джон отдает спину. И есть возможность начать душить. По-моему, вот. Нет. Не дает. Жасурбек сделать хороший захват. Не отдает шею. И вот сейчас заканчивается 30 секунд. Увесистый левый боковой сейчас Жасурбек пробивает. Еще один лоу-кик. И вот нам сейчас хорошо видно, как покраснела нога, да, Шарифжона. Уже, Шарифжона, да, да, уже много лоу-киков он пропустил. Но вновь оказывается Шарифжон отдает спину. Практически без боя. Есть захват, растягивает корпус, но постучит, стучит. А, не дотянул. Да. Досрочная остановка у нас во втором раунде. Да, Шарифжон побеждает. Наверное, с пятого или шестого раза ему удалось реализовать фулл-маунт. Мне кажется, буквально 5 секунд не хватило Жасурбеку до окончания атаки по правилам сегодняшнего турнира. Дорогие друзья, комбинация данного поединка в этом бою победа одежды безоговорочно. Поезд из сильного для Исмаила Шарифжон. Исмаила Шарифжон, победитель на противостояние окружающим приемам во втором раунде. Наши поздравления. Это Мурат Исмаила Шарифжон, победитель. Ребят, давайте все-таки поддержим его оппонента. Он ушел начальным шансом мир. Он показал достойный бой. Я думал, он достойный этим аплодисментом. Едем дальше. E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi. Ну что, дорогие друзья, мы двигаемся дальше. На следующий бой весовой категории до 80 килограмм. И в красный угол октагона я приглашаю бойца, представляющего Узбекистан. Встречайте, Азаман Хаматов! Сургутчакта, Азаман Хаматов, 20 килограмм, Дамаганнан.
Обратите внимание, друзья, весовая категория до 80 килограммов, промежуточный вес, то есть не 77 и не 84. Азамат Халматов, ему 26 лет, его рост 1,80 м, и это профессиональный дебют. За сегодняшний вечер, Игорь, самая тяжелая пока весовая категория, у нас 80 килограмм, да? Да, тяжелее пока у нас еще бойцов не было. Болельщиков у него здесь. 25 лет, вес 80 килограммов, рост 1,77 м, на 3 сантиметра ниже своего оппонента. Также профессиональный дебют, и он направляется в октагон. Но я думаю, 3 сантиметра, они не принципиальные. Решающего преимущества не дают. Ну, как мы знаем, бывает, что и спортсмен ниже ростом, размах рук у него может быть даже больше. Этой информации у нас, к сожалению, нет. Yusufov Yoqubjon, men Samarqand viloyati Ishtixon tumanidanman. Hozirgi vaqtda 25 yoshdaman. 2019-yil Moskva shahriga kelganman. Moskva shahrida ham ishlab, ham trenovka qilamiz. O'zbekistonda bir necha marotaba barbadan O'zbekiston chempioni, rukopartchidan O'zbekiston chempioni bo'lganman. O'zbekistondan trenerlarimiz Sunnat Ilyosovga, Najmiddin Xo'jayevga, Abdulaziz Jo'rabayevga hammasiga rahmat deb qolamiz. MMA'ga kirishimizga sababchi bo'lganlar, inshaalloh ularning yuzini yorug' qilamiz. Hozirgi vaqtda Moskvada trenovka qilib kelyapmiz. Xudo xolasa, sherlar jangida yaxshi rezultatlar ko'rsatamiz. Saperligimga omad. Inshaalloh yaxshi bo'lib ko'rsatamiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Сегодня бойцы из Красного, его возраст 26 лет, рост 180 сантиметров. Он представляет Узбекистан, город Даманка. Приветствуйте, Азамат Халматов! Оставленный его соперник из синего угла, ему 25 лет, рост 170 сантиметров. Он представляет Узбекистан, город Самарканд. Приветствуйте, Юнгурчон! Внимательно слушаем мои команды, когда мы не нарушаем. Голову не бьем, затылок, позвоночник, ног не бьем, локтями, коленями, голову. Ну что ж, начинается бой. Бой дебютантов. И посмотрим, Георгий, насколько
насколько подтвердится правило, что дебютанты показывают более яркие бои. Тем более, более тяжелая весовая категория. Ставки еще больше увеличились и риски возросли. Мощнейшие атаки начинаются с первой же. Эффектный перевод. И есть возможность граунд энд паунда. Никит Джон Юсупов обрушивает град ударов буквально. Забирает Якуб Джон спину. И есть возможность выйти на удушающее. Захвата вроде нет. Захвата нет, но предплечьем пытается, вот сейчас мы видим с этого ракурса, пытается Азамат снять этот захват. Но, кстати, вспомни бой Хабиба с Конором, да, там же не было именно удушения, там было давление предплечьем на челюсть. Да, так и, по-моему, даже не удушение, а neck crank, они так это и записали, по-моему, что он свернул шею. Еще один перевод, ошибка. И сейчас уже Азамат оказывается сверху. Забирает спину. Ну вот, в принципе, можно уже и сейчас подымать, ничего не будет. Держит руку. Пасовая ситуация. Да. Боец из синего угла. Якуб Джон просто ждал. Когда течет время. Мне кажется, это еще большой вопрос, что хуже, удушающий или когда вот так вот предплечьем сдавливают лицо, потому что это реально травмоопасно. Если удушающий человек просто может уснуть, то тут реально могут и травмировать. Ну, челюсть может сломать. Сломать. Сейчас достает джебом Азамат. Ну и Якуб Джон решил не отстаиваться. Хорошо контратаковал. И неплохой был апперкот. Пришелся по защите. Попадает Азамат. Снова сейчас. Более как-то Азамат хладнокровен, сфокусирован, что ли. Лишней суеты нету. Заставляет, буквально гоняет он Якуб Джона по октагону. Заняв центр, как мне кажется, бой. И пропускает слева сам Азамат. Едва сейчас не попался Азамат на гильотину, но все сложилось для него не так уж плохо, и только сигнал об окончании раунда заканчивает этот эпизод. Азамат. И здесь уже более активно начинает действовать Якуб Джон. Ну что, есть возможность сделать полевой.
как сам отдал позицию. Хорошая была позиция. Вот ты говоришь, да. Только судья сейчас не остановил бы. И вот сейчас тянет на болевой. Уже сдача? Да. Да, сдача. Здорово. И побеждает Азамат Халматов. Халматов, Узбекистан. Да, под болевым на руку. Классика самбо. Дзюдо, наверное, тоже можно сказать. Классика дзюдо. Да, только ты сказал болевой. Это была подсказка, Игорь. Амбаром побеждает. Азамат Халматов, с чем мы поздравляем, с успешным профессиональным дебютом. И не просто успешным, но еще и досрочным, эффективным окончанием боя. Все-таки удалось на последних секундах Азамату вытянуть руку оппонента на болевую. Мингами рахмат айтама. Молодец, мужик. Инша Аллах, Аллах бежит нам джиозгамуса. We'll be right back.
küçük sinemayla Ulemak Sarı Yolları zirveşi vurguladı. Kestumale, gengiler bu düşüğümüzle dostlar. Çocuğuma bana ver ama. O sporcu görüp özüne bana ver asla. Yemeğin intiyle savaşı. Kolay, böyle inşallah. Sveşi. Красный угол октагона приглашается боец из города Каспийск, Россия. Встречайте, Ахмед Магомедов! Арзон Курчанда! Ахмед Магомедов, Каспийск, Игорь Майор, 75 килограмм. Россия, вперед! 20 лет Ахмеду Магомедову, он из Каспийска, Дагестан. Его рост 1 метр 75 сантиметров, имеет в активе один бой, в котором он победил. Ну, а этот бой будет проходить также в промежуточном весовом дивизионе до 75 килограммов. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Меня зовут Магомедов Ахмед, мне 21 год. Родом я из города Каспийск, тренируюсь, живу в своем городе. Приехал в Москву, провел хороший сбор и полностью готов к своему бою. Показать все, на что я способен. Я постараюсь показать вам зрелищный бой. Так что ждите. Он представляет Узбекистан. Встречайте Бабу Хабибулаев! Ребур Хабибулаев, Евгений Дюшкин, Узбекистан! 27 лет Бабуру Хабибулаеву. Его рост 1 метр 73 сантиметра. Имеет в активе 2 победы по любителям. Также 2 победы по профессионалам, но 4 поражения. Опытней будет и постарше, и поопытней Бабур Хабибулаев, несмотря на то, что его 4 поражения. И предстоит ему сразиться с молодым Ахмедом Магомедовым из Каспийска. Он представляет Узбекистан. Приветствуйте Бабу Хабибулаева!
затылок, позвоночник, пах не бьем. Во всеми коленями в голову работаем только в стойке. За сетку перчатки шорты не хватаем. 30 секунд работаем в партию. Покажите красивый. По углам. Итак, Магомед, Магомедов Ахмед и Бабур Хабибулаев. Весовая категория 75 килограмм. Прежде промежуточная весовая категория. И начался первый раунд. Левую ручку выше, Ахмед. Хорошо джебом работает, прям фехтует Ахмед. Легкие достаточно руки. И хорошо сейчас перехватил удар, но немного не докрутил. Перемудрил, скажем так. И обрати внимание на сайдстепе, как хорошо Ахмед ушел. Очень легко. Да. Чувствуется боксерская подготовка. Но пропускает сейчас. Жесткий удар пропустил Ахмед. Сдача. Блестящая победа. Это было красиво, Игорь. Это было красиво во всех отношениях, потому как Ахмед Магомедов показал, что и на ногах он хорошо двигается, и в стойке уверенно себя чувствует. По правде говоря, конечно, может быть, там минуту этого боя ему не показатели, но из всех боев, что мы видели, у него был самый быстрый джеб и самые резкие руки мне показалось, что он очень уверенно работал. И после одного пропущенного так разозлился даже, что-то выкрикнул. И быстро удушил. Братья! Алхамдулилля! В этом бою внушающим приемом победу одержит боец из красного угла Ахмед Магомедов Орлов Тим. Соперник Акадай. Бызгиз. На уважение пришли. Ну, спорту. И трех Я думаю, поработаем немного с собой. И я вернусь, и будет еще, еще лучше. Всем спасибо. Как был? Самое главное, интерес, энтузиазм, чтобы была мотивация. Ахмед! Ахмед! Идем в группу. Ну что, рассказывай, как так вышло, что так скоротечно будет закончиться? Мамуля, эта победа тебе побольше. Посвящается. Алхамдулилля за все. Все четко. Всем братьям, старшим, младшим, хочу передать салам. Всем, кто смотрит, каспийским братьям. Я вас хотел порадовать, из-за этого такая победа получилась. А так... Алхамдулилля за все. И, пожалуйста, мне не надо по-братски вызовы кидать. И я тоже вызовы никому не собираюсь кидать, это цирк не для меня. Если вы хотите что-то драться, вот организаторам скажите, и все они нам устраивают бои, и все, салам алейкум. Вызовы не бросают, мы их принимаем. Это был Ахмед Магомедов, победитель данного поединка.
E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarovskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi.